Всем привет! Ford Mustang, ремонт кузова. Итак, машина уже у меня в мастерской. Ремонтировать буду перед машиной и левую заднюю четверть. Владелец вытянул двигатель и заменил поврежденные детали на новые. Ну что, разбираю машину и ставлю ее на стапель. Итак, машина разобрана и стоит на стапеле. Повреждены оба лонжерона. Правый мне надо восстановить, левый буду менять. Для этого меня привезли донорский кусок. Ладно, начну ремонт с правого лонжерона. Из-за того, что металл при повреждении растянулся, при ремонте на лонжероне получилась вмятина. Чтобы ее убрать, я вырезаю окно с обратной стороны лонжерона и исправляю это. Теперь все отлично. Заканчиваю ремонт этого лонжерона. Свариваю все обратно. Итак, с правым лонжероном я закончил. Потом я его немного подкорректирую. Теперь буду менять левый лонжерон. Но сначала мне надо его вытянуть, насколько это будет возможно.
Итак, левый лонжерон удален. Теперь возьму с донорского куска нужную мне часть и буду устанавливать. Вместе с соединением лонжерона я вварил усиление из такого же металла. Установил лонжерон, установил подрамник, делаю измерения. Диагонали и расстояния должны быть одинаковыми. Получилось закрепить правильно с первого раза. Также устанавливаю усилитель бампера и телевизор. Проверяю размеры и если все гуд, свариваю. Сварочные работы закончил, с лонжеронами пока работа тоже закончена. Теперь буду менять левое заднее крыло, но перед заменой мне надо вытянуть все повреждения. Работу с вытяжкой я закончил, теперь удаляю крыло.
Поврежденный металл удалил, теперь подровняю внутренний брызговик. Внутренние элементы подровнял, теперь примерю крыло, выровлю места соединений, подготовлю места для сварки. Итак, у меня все подготовлено к установке крыла. Наношу в нужные места клей для кузова и герметик. Затем устанавливаю и свариваю. Итак, заднее крыло приварено, теперь чистый металл покрою грунтом, и затем мне надо покрасить внутренние части переда. Лонжероны покрашены и обработаны антикором. Теперь устанавливаю детали переда, проверяю и выравниваю зазоры.
Теперь устанавливаю детали задней части. Моя работа закончена. На эту работу ушло 84 часа. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!